Thank you.
случае ангельский хлеб – это часть пасхальной литургии. Текст этого произведения был написан еще в XIII веке святым Фомой Аквинским. Конечно, за почти 8 столетий многие композиторы сочиняли музыку на эти слова. Вы услышите одну из самых знаменитых верующих песнопений, написанную французским композитором Сезаром Франком. Сезар Франк – «Панис Ангелус». Впоследствии он стал поистине живым.
жемчужиной в области малых церковных хоров австрийского композитора. Антон Брунгер, Градуал. Thank you.
Дарье Гавриловой. Дарье только 23 года, но она уже стала лауреатом международного композиторского конкурса. Дарья – студентка Санкт-Петербургской консерватории и ученица руководителя нашей студии Анны Емельяновны Мой. Дарья Гаврилова. Достойно есть. Достойно есть, Господь, Христос, Бог, и Святой Дух, ныне и присно во веки веков. Аминь.
нетерпением будет ждать вас на наших грядущих концертах. И мы будем рады, если вы оставите свои пожелания и впечатления в нашей гостевой книге на выходе из зала. Спасибо большое. Шенька, молодец. Последний молодец, здорово. Подождем, пожалуйста.